только что увидел самого себя, оказавшимся в... У меня нет слов. А я думаю, что вы так смеялись странно во время просмотра пародии? У меня нет слов. Вы смотрели фильм «Гарри Поттер»? Никогда, к счастью, да. Почему? Не смотрел. Потому что я очень люблю старика Хоттабыча. Он мне ближе. Вы до сих пор там, да? Да. А Маяк, скажите, кто придумывает все вот эти ваши знаменитые фокусы? В основном все придумываю я сам. То есть... Так же, как и вы, талантище необузданное. Талантище необузданное — это справа. Александр, да. Здесь, а да. Вы мастер скупого, но очень выразительного жеста. Так же, как и вы, по вашим стопам. И вообще все, что вы делаете, мне это очень близко, это моя эстетика. Могу я спросить у вас вот о чем? Да, то, что волнует нас, ваших поклонников. Ваши знаменитые слова. Ахалай-махалай и ляськи-масяськи. Это же существующие, люди. Нет? Это не прототипы есть у... Да. Потому что я знаю двух ахалаев-махалаев и целый район, где живут ляськи-масяськи. Это не связано с какими-то живыми людьми? Откуда слова эти появились? Кто придумал? Они родились давно, еще в глубоком детстве у меня, честно говоря. И я с ними вот так вот по жизни иду и не прощаюсь. И они мне милы. И Ахалай-махалаевич, и Симсалабимович, и Абракадабрович... Вот не так давно я решил работать с этим милым своим двойником. Его зовут Шаман Шайтанч Ахмурян или Ахалай Михайлович Чудиков. Он мне помогает творить чудеса. Вот не так давно мы с ним вместе придумали такой незатейливый трюк, если позволит аудитория. Мы просто настаиваем, чтобы вы вместе с Шайтан Семеновичем показали трюк. Будьте любезны. Что вы хотите, чтобы я сделал? Наденьте. Надеть это, да? Шайтана. Сейчас. Добро пожаловать в мир колдовства и в потусторонний мир Амаяка Акопяна. О, драгоценные алмазы моего сердца, о, премногое мною досточтимые друзья. Для демонстрации этого трюка нам с вами понадобится вот такой вот таинственный конверт. Амаяк — это гонорар за участие в нашей программе. Это есть в каждом доме. Спрячьте, Сашенька, будьте любезны, куда-нибудь в надежное место. Вам поверьте, я могу мне доверять. Не найдете. В Западной Украине ищите этот конверт. Почему бы и нет? Хорошо, что не в Западной Армении. Итак, для демонстрации этого опыта участвуют четверо. Знаете, как к барной... Нас уже четверо, Амаяк, я просто хотел. Да. Мы и дьявол. Итак, я из этой волшебной коробочки достаю обычную колоду карт. Секретов никаких нет. Сашенька, приблизительно пополам, я настаиваю, приблизительно пополам... Он также делится гонорарами. Приблизительно пополам. Выберите, пожалуйста, любую кучку. Правую, левую, левую, правую. Вот эту кучку. А эту убрать. Да. Есть возможность подумать. До свидания. Вот эту кучку. Александр, будьте любезны, как ясновидящий, приблизительно пополам. Выберите себе кучку, любую. Вот эту. А эту убрать? Да. Сейчас, я знаю, в чем фокус. Я знаю, в чем фокус. Саша, сейчас с твоей машины зеркала снимают. Пожалуйста. И резину. Люди с армянского шиномонтажа? Естественно. И все-таки я настаиваю. Вот это. Вот эту оставить? Я сорву вам фокус. Вот это. А эту убрать? Да, конечно. Ох. Ну, может быть. Нет, но я же как зритель, я же не понимаю ничего. А ты говоришь. Я просто говорю. Амаяк, у меня вспотела левая рука. Пользуйтесь третьей. Значит так, теперь, Александр, поскольку у вас все заняты руки, все-таки я настаиваю, чтобы Сашенька присутствовал при опыте. Саша, на любую карту перстом. Плюнуть? Укажите. На любую карту перстом. Саш, перст — это палец, на всякий случай говорю сразу. Тягивай. Вот это. Не пальцем, только пальцем. Вот эта карта. Именно она? Да, я вот хочу... Значит, вот это именно. Но есть возможность как-то вот даже... Поменять? Держите карту. Держу карту, так. Теперь будьте так любезны, о, премного мною досточтимый, достаньте предсказание из того конверта. Там еще есть конверт. Пожалуйста. Из этого конверта сами достаньте карточку. Показать? И продемонстрируйте, предъявите ее публике, драгоценным алмазом моего сердца. И ту маленькую, на всякий случай, и ту большую. Обе сразу две, а вуаля. Я же говорил... Обалдеть. Я же говорил... Вот что значит колода шестерок червей. Спасибо. Амаяк Акопян. Амаяк Акопян. Вот, большая разница. Браво, 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 маэстро. Спасибо.